Приветствую вас. Еще я думаю, что вы часто себя вините. Еще я думаю, что вы не уверены в себе. Еще я думаю, что вы зажимаете свои чувства, зажимаете себя. Вот. И еще я думаю, что вы достаточно сильно зависите от позиции ваших родных. То есть вы как бы вот сильно интегрированы в систему своей семьи, скажем так. То есть вот семья для вас очень важна. А важность семьи, да, когда семья важна, проявляется в том, что вы зависите от нее, от семьи. Вы зависите от семьи своей. И завися от своей семьи, вы, естественно, свои эмоции выражать свободно не можете, потому что есть четко регламентированные формы, где вы можете себя проявить, а где нет. И по факту, у вас только вот несколько способов проявить свои эмоции. Но этих способов может быть достаточно много. Но они все не являются прямыми и выбранными именно лично вами. Вот. Второе. Здесь понятно, да, что нужно смотреть, как вы выражаете свои эмоции, как вы это делаете. Вот, и как именно вы выражаете, да, в какой форме вы это делаете. Дальше. Следующий аспект проблемы, который можно выявить, это эмоциональный интеллект. В частности, то, что вы испытываете, когда и если начинаете переживать. То есть, что из себя представляют ваши эмоции, что из себя представляют ваши чувства, чего вы хотите, например, почему вы плачете по дедушке и бабушке. Вот по дедушке, да, вы сказали, еще одна родственница. Прадедушка, почему плачется? Зачем вы вообще пошли к нему на кладбище? Прадедушка, который умер за несколько лет до вашего рождения. Какой целью? Что вы хотели там найти? Скорее всего, вы боитесь одиночества. Скорее всего, вы боитесь остаться одна. Вот. И вам нужно как можно больше людей вокруг, вы боитесь, когда люди уходят, потому что вы, ну, страшитесь того, что однажды вам придется остаться одной и что-то делать самой, а это вам очень страшно. То есть вопросы относительно того, насколько вы самостоятельны. Вот. И самостоятельности тоже можно и нужно учиться. Самостоятельность тоже можно и нужно нарабатывать. Самостоятельность тоже можно и нужно повышать. Это все вполне реально. Это все вполне реально для вас. Ну, для вас, да, вообще.
Вот. Понятно? Это реально, но реально только в том случае, да, и только тогда, если вы сами увидите для себя в этом проблему. То есть вот иначе здесь никак вообще. Пока проблему вы не увидели в себе, пока чувства свои не распознали, а ведь именно с этого вам и нужно начать с распознавания своих чувств. То есть, что я чувствую сейчас, что я хочу сейчас, почему я плачу, о чем конкретно мое горе, ну, например. Вот. То есть, если это, соответственно, если это боль, да, если это какой-то негатив, то нужно определить его причину этого негатива. Понимаете? Если это какие-то переживания, то, соответственно, нужно также определить причину этих переживаний, которые у вас вот, ну, могут быть, понимаете? Вот. То есть все вот это вам нужно разбирать. И когда вы говорите о том, насчет, а можно ли что-то сделать, да, можно ли вот что-то сделать, вы спрашиваете. А мне хочется задать вам встречный вопрос. Что-то сделать, чтобы что? Чтобы что вы хотите сделать? Чего вы хотите получить? По итогу для себя перестать плакать, например, быть более самостоятельной, например, вот. Быть более независимой, например, и так далее. Вот эта вся история нуждается в проговаривании, в озвучивании, отреагировании. И начинать нужно именно с отреагирования своих чувств. Вот. И с идентификации своих желаний. Возможно, с акцентированием внимания на страхах, который у вас есть, понимаете? Это все в ваших силах вполне. Так вот и сделайте это, начните с этого. Там дальше уже будет видно. В зависимости от того, какие у вас желания, в зависимости от того, какие у вас потребности, в зависимости от того, чего вы хотите, и можно будет дальше двигаться. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.